всего. У-ху. Мы пришли, тут вообще какие колеса. Ну она зарядка. Нет, эту, ну эту зарядку давай купим. Миллион тысяч раз хотели купить. Миллион тысяч раз хотели купить, так и не купили ни разу. Потому что нет, нет ее, да, нет этой батарейки, зарядки. Если бы заряжался компьютер, то вам пришло подать. Как тут тепло. Ой, какой Мишка. Мишка. Марсель побежал. Быстрее, быстрее. Оп. А, тепло, да. Щеки аж прям кого-то после зимы заходишь, даже рот не двигается. На морозе, на морозе. Тебе прислали замену, это я. Ну, все. Прислали замену, это я. До свидания. Мы не нуждаем в вашей заслуге. Ой, всякие такие штучки. Магнитики, смайлики. Замочек. Кошечкой. Короче, лупа такая, лупа складывается, можно брать. Ручка, которая стирает. Вот, стирает. Стоит. Снимаешь, 239 рублей, да. Который будет стирать кончиком. Тан-тан-тан-тан. Так, вот новенькая, да? Требует завтрак постель. Вот, смотрите, какой. Много-много разных. Марсель пришел с Марселей. А, да, вот, это я желаю, чтобы было твое желание. Вот фиолетовый ток. Ну, это сиреневый, это как фиолетовый. Бы. Вот да. Он один. Ну, это тоже хороший. Да, я загадаю желание, чтобы сбылось твое желание. Чтобы мы были сюда вместе. А зачем тебе магнит? Ты не подарок, ты сюрприз. Не знаю, просто... Девочки, что видят что-нибудь, ей хочется. Очень-очень сильно. Уборка сильно это равномерное люблю. Распределение мусора. Вот это вот надо. А, вот это. Чинюшки разбросали вдвоем. Звезде. Слушай, тут много-много-много. Ой, какая-то лепешка приклеилась. Нет. Вот. Это ручечка моя, чтобы не брали, не то чтобы не взял. Честно, собственно. Осторожно, твоя, руками не трогать. Там вот совершенство тут, ну это совершенство какое-то. Скучно, как скучно. Да, это ручечка моя написано вот тоже. Ух ты, наконечник. Ага, наконечник Марселище. Пойдем такой, но длиннее. О, творческая личность. Хочу, творю, хочу, вытворяю. Это ручечка моя. Вау, смотри, писать пером. Там ручка. Есть? Это ручка, это обманка. Это ручка. Нормальный перо. Жар птицы. А черный просто есть разные. Черный? Вот есть, смотри, какой. Меняюсь. Давай, давай. Так, сейчас посмотрим. Вот, ну, можно, конечно, белое, так. Вот черное прям. Вот черное. Вот. Там было коричневое, это черное. Вот, розовое. Синее. Как
поменять? Никак, оно одноразовое, наверное. Не знаю, наверное, оно одноразовое, я так думаю. Написано Nature. Что такие? Такие штучки всякие разные, такие штучки. Тут можно менять, что ты видишь. Вот наконечник. Такую картину все рисовали, наверное. Вот видишь, наконечник, он снимается. Наконечник снимается. Вот это! Надо взять перо, это неинтересно писать, просто не аккуратно. Пуфистик, пуфистик. Пуфистик такой приятный, приятный. Котенок. О, обложки на паспорт, Мастеря. Смотри, тебе же нужны обложки на паспорт. Опа-опа, это же на паспорт? На паспорт. По-английски написано, по-русски. Сейчас поищем. Картинка дурацкая. Картинка дурацкая. Ищем паспорт. Вьетнамский. Надо, что будем искать. Надо спросить, я даже не представляю. Квест-мастер. Черно-красный? Детективные истории. Импровизация. Черно-красный. Что тут может быть черно-красное? Кодовые имена. Вот черно-красное. Да, не тесно, по-моему, и нет. Мафия. Должно быть, можно спросить. Много разных игр, много, много, очень много. Далеко. Ой, тяжелые. Шашки, шахматы, шахматы. Элис, да ладно. Ага. Морской бой. А что такое Элис, кстати? Это же, по-моему, вот эти карточки. Нет разве, которые вот и надо объяснить? Объясни слово другому игроку с помощью различных намеков. Игра у нас слово есть, да. Карты этот на лоб вот ставишь, помнишь, мы играли? Надо объяснять. На электронном виде у нас приложение есть. Еще один. Маленькая, да? А? На улице нет смысла закачивать. Лучше дома. Мы идем домой. Дождик капает на камеру, поэтому быстро скажу. Мы идем пешком до метро. В общем, нам идти 4 километра. Поэтому... Ну, тут здание все светится. Поэтому сейчас будем идти 4 километра. Это час по времени. И потом на метро, потому что автобус уже все. Закончил идти. Вот это какой номер? Короче, все, уже мы не успеваем никуда. Не, не наш. Все. Подписывайтесь, смотрите. Марсель! Нам вон туда. Через дорогу. Все, всем пока. Пока.